Вас приветствует плохой учитель. Разберем ошибки еще одного произведения двухчасовой работы с натуры, с маской Микеланджелского Давида, сделанной в соусе. Для разнообразия мы ошибки разберем и доведем, и что-то исправим с натуры в реальном времени. Ошибки, которые здесь присутствуют. Есть проблема с ракурсным решением и в фигуре, в ногах, и в голове. Особенно волосы, лоб Микеланджелского Давида. И меня не устраивает материальность. Попробуем это исправить. Плюсы работы. Мне нравится композиция. Достаточно такой интересный, симпатичный треугольник композиционный. Ракурс более-менее. Ну и, в общем-то, пилен характер натурщика и головы Давида. Похож. Утончаем икры. Добавляем объема. Я буду камеру выключать, чтобы много времени не занимала съемка. Периодически включать. Но это все в реальном режиме. Так, это второе включение. Я подсобрал цвета, поактивнее сделал, уменьшил голени, поинтереснее. Сейчас пройдусь по теням, соберу по теням и введу более активную пластику, как вот на маленьком форескизе. Вам покажу. Ну что, я вытащил, смотри, фигуру я собрал, я поработал по светам, вытащил на нас ноги, утоншил голени и немножко бедра, активизировал пластические акценты, разобрал поподробнее по анатомии, по мышцам и по косточкам в том числе. В общем, собрал фигуру, вытащил на нас передний план и уточнил какие-то ракурсные пропорции. В принципе, приблизил к моему форескизу. Вот если так обратите внимание, она такая стала по... Вот еще одно включение. Фигурой я разобрался еще в прошлое включение. Сейчас я вот зашел на Давида. Работаю по светам. Потом соберу немножко по теням. В принципе, времени достаточно немного это все занимает, но, тем не менее, работа достаточно ответственная. Все, я вам все покажу. Ну, в общем-то, я голову собрал и по светам, и немножко по теням. Я думаю, что это видно. Она такая стала по четче, по рисунку, по сходству. По... Ракурсы, как ни странно, все выдержаны, более-менее. Вот немножко по складкам можно. Принципиально уже. Ну, в общем-то, все.
Все собрал. Может быть, для эксперимента сделаю еще в цифре, поработаю над первоначальным. Можно будет сравнить. Но не знаю, пока посмотрим. В общем, вот это живьем сделано. В общем, сколько? 5 включений было. Еще раз, подписывайтесь на канал. Мы будем разбирать очень сложные вещи, что касается именно композиции, картин, эскизов. Всего доброго. Ну, в общем, где-то час 10 была работа над ошибками. Сколько? 5 включений, вот 6-е включение. В общем-то, более-менее все собрано. Ошибок, конечно, еще полно. Но я думаю, что это работа над ошибками, это наша главная и основная задача. И в жизни в том числе.